Спасибо вам, дедушки, сердечно, спасибо. Спасибо за предсоль, естественно, прежде всего. Спасибо за ту искусство, которое вы показываете людям, зрителям, слушателям. И как хорошо, что вы такие маленькие, запоминаете такие чудесные песни. Пройдет время, вы сами станете не просто, скажем, там, взрослыми. Пройдет много лет, и станете сами, будете бабушками и дедушками. Но это будет очень искусно. Хотя жизнь такая, мне кажется, я вчера был за таким, как Артем, а сегодня мне с ним торчает. Не надо. Потому что все быстро шли. Молодцы, что вы сохраняетесь, есть истории, где вы взялись. И деточка потом своим дарит. Спасибо, сердечно. Спасибо. Ну что, забираться?